куриные фрикадельки в сметанном соусе. Яйцо, базилик фиолетовый, соль, черный перец молотый, хмели сунели, красная паприка и чуть-чуть водичку. Панировочные сухари. Делаем фрикадельку вот такой. Все. Плавный сыр в середину. Вот так. Закрываем. Оливковое масло. На этом же масле жарим лук и чеснок, масло сливочное, морковку, сметана, мука. Добавляем наш готовый соус. Соль, черный перец. Вай-вай-вай-вай-вай. Такая красота. Там в середине, видите, вот такая красота. Это не блюдо, это просто шикарно.